Босс, катакомб, тупика. Смотрим, что за босс. Насколько он сложный. Осторожно, негодяй, так что требуется свет. Осторожно, подсадная утка. Светлое место. Впереди скрытность. Что? Что-то, походу, непростое, да? Я в любом случае, это попытка, потому что у меня дохилка. Понятно. Ну так-то под толстый чувак. А чё за свет? Подожди. У меня, блин, надо было мне веру тогда качать, и то ли барду взять, как раз там урон светом. А сейчас я ее не возьму. Ну, я возьму, но она будет неэффективна. Кажется, да. Да, вот это ли бард. 12 веры надо. Цвера. Ой, что я делаю? Так, кого попробовать? Давайте попробуем. Может, не волков? Давайте всех попробуем. Давайте вот этого попробуем. Тех, кого не пробовала, еще попробуем. Насчет света что-то я не совсем поняла. Его световым оружием бить, что ли? Так, у меня там душ много. Ай. У меня тут уж-то прилично так-то. Ха. А, что-то он ему ничего не наносит вообще. Так, подожди, что-то хитрит, походу, дело, да? Почему я ему урона не наношу? Блин, 7000 душ, надо было их это. Надо было их, блин, там добрать и прокачать уровень. Как бы их не потерять. Так, короче, это не работает. Подождите, а какой свет тогда? Какой тогда свет нужен? Не совсем понятно. Требуется свет. Типа какое-то оружие со светом? Святое какое-то. Магия посоха, это не то. У меня нет такого. Это мне надо садиться к этому костру. Блин. А обычным, получается, его не побьешь, что ли? А может быть, его огнем? Как вариант. Ну-ка, я попробую. Тяжелая, да, стану? Так, то давайте лук снимем. Ну, потому что я не знаю, как еще. Этот что-то ему ничего не наносит. Какая у него длинная палка. Так, как тебя бить, чувак? Ай, не в ту руку. Да как тебя бить-то, серьезно? Терять души я не хочу, блин. Еще 7000 душ. Собака. Ай, я не в ту руку же взяла. Ну, я думаю, может, в огнем. А если не огнем, то получается светом надо. Свет. Я вам где возьму сейчас? Фигово. Ну ладно, 7000 душ, как бы ладно. Если потеряю, потеряю. Попробую без этого чувака. Хотя он отвлекает. Так, какие у меня еще есть? Ну, это все прах. Может, чародеи?
попробуем чародея. Да как ты бьешь своей палкой длинной, а? Больно же. Кажется, ему и магии нифига не нравится. Нет, такой это не вариант. Пойдем сюда. Как понять, на свет убить его, что ли? Нет, скорее всего, нужно световое оружие. Ладно. Попробуем так. Добежать надо, правда, будет. Вот первый непростой босс, кстати, в катакомбах. Это все легкие были. Так, получается, изучить пепел войны. Так, а какое? Вот это святое, святое я сделаю. Да, получается. А больше у меня никакого такого нет. Священное. Ну, давай священное сделаем, посмотрим. Посмотрим, что это даст. Блин, бежать, конечно, капец далеко. Еще эти гаврики сейчас будут нападать. Так, гаврики, я с вами драться не хочу, отстаньте. Идите нафиг. Ай, как больно. Как больно, как неудачно. Ай. А ну нет. Фу, блин, ладно, душу потеряла. Надо фонарь было взять. Ой, этот. Факел. Че у меня фонарь не одет? Ну, драться с этими чуваками опять. Ну как ты больно бьешь-то, отец? Издеваешься, что ли? Да. Просто пробежать, блин, тоже. Да хватит меня бить, задолбал. Раздвоенный двуручник. Это где? А, прикольно. Кстати говоря. Волнистое раздвоенное лезвие наручено. Удар вызывает кровотечение. Понятно. Да ты посмотри, что делает, а? Охренеть просто. Да ты издеваетесь вы, я до босса даже дойти не могу. Ай, придется с ними драться со всеми, а что поделаешь. Ой. Ладно, дойду тогда, включу запись. Так, дошла я, не так уж и сложно было. Так, получается, теперь оно священное, будет его пить? Или надо будет все-таки навык применять? Это тоже вопрос. А навык он тратит в очки колдовства. Да хватит меня бить, ёптить медь, дай мне хоть урон нанести тебе. Ни хрена не наношу. Да ты чё? Значит, надо этот навык применять, получается, что золотой обед. Либо приходить к нему с каким-то священным оружием, не знаю. Без понятия. Что тут еще чуваки пишут? Требуется свет. Непонятно. Так, ну я сейчас сразу активирую, наверное, эту фигню. Хотя она, наверное, недолго действует. Как она вообще действует? Пойдем. Нет, все равно не наношу я ему никакого урона. Подожди, а чё мне тогда с тобой делать? Что тыкает этой своей тыкалкой? Капец.
Хрена себе. Да ты чё, блин? Ну, а жёсткий какой. Да, понятно. Тому боссу рано. Пока я к нему не пойду. Улитка. Так. Я в катакомбах у тупика, к боссу иду, которого я пыталась тогда бить, но так и не убила. Почему? Потому что была слаба. Теперь-то я сильна, и я надеюсь, что я справлюсь. Так, сейчас я еще хпшечку восстановлю. Это восстановлю, это призову. Сейчас я, по идее, должна с этой улиткой справиться. Ее просто нужно бить. Ай. Да. Желательно не умирать, блин. Слышь, не наглей. Папака ты, а? Да хватит меня бить, задолбал. Что такой сильный, а? А, ты еще вот так умеешь, да, делать? А! Ты как рыцарь горнила, да? Пес, а? Да ты какая у тебя длинная палка-то, а? Все? Или еще продолжение будет сейчас? Где? А, вот она, улитка. Собака, а? Где он? Нет! Ты чё? А вот так, да? Я поняла тебя. Я тебя поняла, чувак. Да ну ты чё нахрен? Офигеть. Мощный босс. Я просто улитку не убила, поэтому... Сама лошара. Где улитка? Где собака-улитка эта? Где она? Надо ее убивать. Срочно. Все, вот. То есть, если не убиваешь... Здрасте. Во, если не успеваешь, то прах мага блестящих камней. Не успеваешь, если ее убивать, получается. Он заново появляется. Ну, блин, жесткий чувак, на самом деле. На самом деле жесткий. Уф, так, это прах нам дали. Прах мага белых камней. А, блестящих камней. Призывает духа мага блестящих камней. Дух чародея Израиль Лукари в каменной короне, ученик Оливина, освоивший в совершенстве чары блестящие звезды. Так, хорошо. Вот такой вот босс. Я помню, что я его, блин, тогда... Ну, я тогда была слаба. Я сейчас-то его с трудом, смотрите. С такой атакой, как бы, с хпшкой, и то еле-еле. Представьте тогда. Да я вообще была никакая. Так, сейчас сделаем скриншот. Все, на этом буду заканчивать и стрим, и видео, и... Так. Ой, что я сделала? Зачем я субтитры-то выключил? Интерфейс. Все. На этом все. Всем спасибо, всем пока, всем до встречи, всем удачи. Вот, стрим завершаю и, соответственно, видео тоже.